Ярику? Да, добрый день. Федеральная служба безопасности. Здравствуйте. Вам нужно будет проехать с нами. Давайте все сюда. Я официальный представитель Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Вот, и вот по вашему поводу сегодня мы пригласили представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые в свою очередь пригласят представителей вашего государства. Чтобы за него помолодость. Ну, будет сделано официальное заявление по поводу всего произошедшего. Вот, после чего представители посольства вас следует. Так, ну все в сборе. Вот, уважаемые, хотите присаживайтесь, хотите... Руководством Федеральной службы безопасности Российской Федерации мне поручено сделать официальное заявление представителям посольства, ну, господину Греку в том числе. Вот, уважаемые господа, сегодня, 16 августа 2010 года, при проведении шпионской акции задержан с поличным Габриэл Греку, первый секретарь посольства Румынии в Москве, который, по нашим достоверным данным, является сотрудником службы внешней информации Румынии. Российский гражданин, у которого дипломат пытался получить сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации, явился с повинной и заявил о готовящемся преступлении, что позволило нам осуществить задержание дипломата. Я уполномочен в связи с этим заявить протест по поводу привлечения российского гражданина к шпионской деятельности, которая могла повлечь за собой серьезный ущерб безопасности Российской Федерации и использованием с этой целью дипломатического прикрытия. С большим сожалением приходится констатировать, что подобные действия румынской разведки, осуществляемые по воле высших политических кругов этого государства, серьезно подрывают усилия наших стран по восстановлению взаимовыгодного сотрудничества. Российская сторона воспринимает произошедшее как враждебный акт, который никоим образом не вписывается в рамки декларируемого румынским руководством стремления к налаживанию отношений с нашей страной. В связи с изложенным, мы требуем, чтобы Габриэл Греку покинул пределы Российской Федерации в течение 48 часов. МИД России в ближайшее время будет подготовлена по этому поводу соответствующая официальная нота. С этим заявлением мы обращаем самое серьезное внимание румынской стороны на недопустимость подобных враждебных акций в будущем и требуем впредь прекратить деятельность, наносящую ущерб безопасности Российской Федерации и двусторонним отношениям. Это текст официального заявления. Вот. Уважаемые господа, я хочу обратить ваше внимание. Значит, при проведении шпионской акции с российским гражданином, значит, российский гражданин передал господину Греку вот ту вот флеш-карту, которая сейчас в компьютере. Покажите, пожалуйста.